И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем играть в русифицированную версию Castlevania Lords of Shadows 2. Итак, с тех пор, что серия у нас небольшой был затык, мы не знали, как пройти мимо этих охранников, но, как я понимаю, какие идеи у меня уже есть. Продвигаемся, да? Например, я надеюсь, что у меня я нашел проход. Каким макаром их обойти? Опаньки! Да, все-таки я был прав. Вот таким макаром их все-таки можно обойти. В некотором смысле это даже легко. Ага. Похоже, я вижу, куда нам надо добраться. В этот мы никуда ничего не можем. Ну-ка. Вроде бы это мы должны попытаться перепрыгнуть вообще. Смешно. Смешно выглядело. Сквозь эту хрень в тумане мы не можем проходить? Нет, не можем. Да, окей, окей, я уже понял. Раздолбать мы не можем. Сейчас проползет. А что будет, если мы постоим долгое время на вот этой? Нас вновь пронзает стрелой, да? Ну не, вот это мы не можем перепрыгнуть. Такие двойные. Надо каким-то макаром, значит, ее включить, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мышки тут нас никуда не пускаются. Тем стрельнуть мы никуда не можем. Оба самое простое, наверное, разбить будут этих чертям, движущиеся панели. Но Габриэль этого не может сделать. И у нас вот невидимая стенка. Великолепно. Не, ну что ж, единственный путь только идти вперед. Ай, ну блин, ну какого черта все время замедление идет это? А сейчас меня вот это замедление начинает уже подбешивать. А меня нету, я мышки. Да ты что?
Все, я решил эту загадку, ребят. Я думаю, вы тоже. Главное, чтобы нас хватило тумана добраться до конца. Ну, это правильно, блин, я же долетел до чертовой вентиляционной шахты. Ничего то, что я все-таки это как у... Какого черта, почему ты не прилетел? Меня вообще не пускают. Что за бред? I can reach the acolyte. Великолепно, короче говоря, у нас тут везде невидимые стенки. И что надо тут нужно делать? Так, зачем у нас ползли читаться вообще от остального? А, вот оно что, нам нужно полное. Нам нужен полная энергия тумана, чтобы долететь доверху. Да пофиг, либо так.
Так, ладно, и куда же мы идем дальше? Какие ловушки нас там будут ждать? Опять ты? Погоди. Я вначале сюда схожу. Хотя, может, стоило с тобой идти. Ты ситх, что ли? Ну так, заходишь к этому чуваку, он по приколу в тебя начинает стрелять молнии и садит тебя на колени. О, я вижу кубик сзади нас. Похоже, надо было за пареньком бежать. Да. Какой вообще во всем этом смысл, блин? Чувак, я пошел. Я пошел. Я сам уйду. Спасибо. Габриэль, вставай, уходим. We thought you dead. Да ты задолбал по мне стрелять молниями. Where are you going, little dragon? Сынок помогает отцу. Eternity alongside my father waits you. А я, кажется, понимаю, куда Габриэль заманивает его. В то место... Да. В то место, где мы сильны. Добро пожаловать в мой мир, ублюдок. Pathetic.
I concede that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Ты в этом уверен? Окей, Эйнштейн, Смоук и кто еще? Ясно. Почему друг другу не мешаете, а? Ауч. Ребят, давайте я вам покажу, что такое настоящий дракон. Ай, блядь, я тебя разбил. А, вы можете не выпустить, а? Зоны зажали в углу. Фух, вылетел. Да пусти меня! Ах, ты почти не пришел. А, допусти, а. Что ты теперь будешь делать? Да, конечно, конечно, конечно.
Амиш, поболтай. My father is eager to receive you in hell. His thirst for you knows no limits. Блин. Я перепрыгнул. Почти. Да, вот хорошо орать уже. А ну дай сюда. Пропустил. Ну что поделать. Бывают какие-то, блин, у меня синие файлы. Да. Священник. Тоже мне. Лысак, Харик. Весь избитый такой. Мы никакой новой силы от него не получим. Сильно отдыхал, кто паренька должна быть. А? Там, конечно, очередное испытание, которое нам нафиг было не нужно. Ладно, я могу спрыгнуть вниз. Так уж и быть. Дневник очередной. Ну, мы и там как-то не читали. Девочка-ангел.
thank you for bringing me the Mirror of Fate, Father. You know, only you are able to fulfill your destiny. I saw my destiny in this mirror a long time ago. But you were alone then. Now you have Mother and me. That's true. The mirror can help you sometimes, when it wants to. There is no armor against fate. Then make me a promise. What is it? When this is over, choose your family. Вернулись в башню завтрака. A great victory, my friend. There's still one left. Indeed. And I fear that it's only a matter of time before he finds us. Забрак, мне что-то такое ощущение, что ты именно будешь вторым культистом. Since the death of his brother and sister, the third acolyte has come out into the open and is unleashing all his power to find those responsible. He's more powerful than the others. And appears to fear nothing. This acolyte commands ultimate possession and control over others. Religious power. There's a conclave in the basilica of the city. The church leader's been locked inside there for weeks. The acolyte must be one of them. Remember our deal, Gabriel. Destroy the acolytes before Satan can be summoned. And you will have the eternal peace you desire. Да, мы столько раз на, в игре в этой заслуживали, когда у нас был Game Over. Go with him. Ладно, Зоберг, ты же меня ведь предашь. We must find the third acolyte. Что такое, боишься бегать один? Не так ли? Пригодится. Улучшить способность какую-то можем. А, ну, собственно, последнее самое. Ну, как она выглядит? Махать, 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 там вот такой резкий удар. Прикольно. Ну что ж, такое ощущение, что мы двигаемся уже к концу игры, ребят. Метеориты. Да, просто метеор. Извержение. А, нет, я думаю, это то, что нам уже знакомо. Коготь. Именно вот эти вот вещи. Это было еще в первой части. Насколько я могу помнить. Зеркало судьбы. А, где РБР?
Резко вниз, резко вверх. Какого черта я все это должен, как обычно, собирать, а? Ну а так он что, блин, не вставало? Что ли? Такс, такс, такс. А, нет, он нажал. Come on, let's not waste any more time. Ага, так поворачивать, значит, мы можем в эту или же в эту сторону. Так я вот не врубаюсь. Каким макаром мне надо впихнуть? А, не, смотри, ты еще дальше можем. Все-таки. Он, значит, у нас не входит. Иди сюда. Да что? Дверь какая-то? Да, а. Ну, вперед. Да пофиг, пройдем так. Можно теперь спрыгну? Почему я вешу на этой хрени? Я хочу спрыгнуть. А он просто мостик опустился. О, вы. Ну почему мне всегда приходится по трудному проходить, а? You'll need to make a path to that mechanism. Извиняюсь. Я только вышел на постреляю. Блин, у меня полетело. А, чувак, извини, у меня эти закончились. Ну все ясно, короче, их не надо. Ну, ему сейчас прилетит, да. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Блин. Ладно, немного изменим тактику. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Да ты не допрыгнешь. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Блин, ну и там же свет горело. Черт. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward.
Эй! Я же по ней стрелял. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Ага, то есть это мы же сами управляем этими платформами. Fire your daggers to the platforms closest to me so that I can move forward. Вот так-то. Я вначале просто не понял, это мы там прыгали? Точнее, нам надо было ждать платформы или же нет? Оказывается, нет. Это мы ими управляли. Is very close now. Ой, ты смотри-ка, кровь прибежала. Да ладно, дай тебе попью кровушки. Раз уж вы предлагаете ее. Ау. Сейчас быстрее превратилась, а? А что у нас там было извращение делать? Ладно, хорошо играться, да. Знаю. Надо мочить врагов. Да блин, ну что? Ха-ха-ха!
Ну, кусочек медальона дали. Так, и тут больше у нас ничего нету интересного. Ну, по крайней мере, я этого не вижу. Come on, let's not waste any more time. Так ты можешь дернуть свой рычаг. О, you, who inhabit the primordial air, whom from the corners of the earth are all powerful. To you it is said, contemplate the glorious face of Satan, the beginning of all consolation and whose eyes give clarity to the stars. Let the seasons be confused, and let it be that no creature shall be equal. Let all men fight among themselves. Let their work be mutilated and their homes be no more than the acolyte for the beast. We must destroy him before he can summon Satan. Ну да, похоже, нас предали. You did it. The way out of the castle's there. Remember? Что? The throne room. Let's continue on. Опять собирать дверь. Don't be late, father. Он периодически он не прокручивает его полностью. Let's continue on. Идут сюда. Даже не поворачивая. Don't be late, father. Прикольно тронный зал. Так вот сколько же всего надо, чтобы пройти от родного зала, блин, какой же здоровенный замок-то. Мне кажется, он охрененно сделан. Кстати, а мы все вещи, получается, получили-то? Да, все предметы. Вот и он, тронный зал. What you are looking for is in that book, Gabriel.
то, что мы ищем. Вечный покой. И книга, которую мы видим в самом начале. В самом начале игры. Time to wake up, father. Remember. Remember everything. Да, святое братство прибежало. Мы с ними бились. Мы должны сейчас биться с ними. Как мы выталкивали эту башню барана. Ну да, как мы бились с этим ангелом чертовым. God is with me, monster. That will be your ruin. Замедленном действии. Christus vivit, Christus regnat, Christus ab omni malo te defendat. Maledicti et excommunicati daemones. In virtute historum factorum Dei nomi. I was like you once. But your God showed me another path. Messias. Emmanuel, Soter, Salahot, Agios, Inkiros, Athanatos, Behova, Adonai. That's why the power of your God cannot destroy. Because I am his chosen one. Ubi fuerit haec nomina et digna Dei. Precipus vobis. Quelligamus vos ut non habeatus. Ut est potis datum perpestem et nec per aliquod. Quodeamque maleficium noceri e incantationem neque in anima nec in corpore. Ну вот он, взрыв, который мы видели в самом начале. И вот она, Лукард, который пришел к нам. Тревор? Тревор died a long time ago, father. You made me what I am. I stand here before you, reborn, a vampire. I am Alucard. Why are you here? You know better than anyone I cannot die. My immortality runs through your veins too. Of course. Only my father, Gabriel Belmont, can destroy Dracula.
А меч-то похож на тот, которым пользуются служители Зобрака. Может быть, это и есть Алукард, кстати говоря. Irreversibly so in the hearts of man. It is their true nature. Their destiny. I was their most devoted warrior. A champion of light. But I fell. Fell into darkness. And now I am feared as the Prince of Darkness. Ironic, don't you think? The mighty Zobek hides from me like the scared rat he is. Even Satan himself is too afraid to leave the pits of hell and fight me. But if I die now, Alucard, they will simply take my place. Evil will prevail. It is the natural order. The world is like this. Abandon all hope. No. What if there was a way to destroy their evil forever? To free mankind from tyranny? If they believed you dead, they would come out into the light once more, would they not? This is the Chrysagrim. I forged this weapon from a fragment of the vampire killer you drove into Camilla's heart. I found it in the castle, all those years ago. The first time we faced each other in combat. If your heart is pierced by this weapon, you will fall into a deep sleep. It will not kill you. But you would lose all your powers and would not be able to resurrect until it was removed. This is not the true death you desire. But Satan will think you dead. Centuries will pass, and his acolytes will start to prepare for his return. Zobek will no doubt think that Satan is going to return. And he will be beset by pain. Значит, вот оно как. Зобек knows. Все-таки Алукард и впрямь. There's no rival for Satan, so he'll look for me. Тот рыцарь в доспехах. In the hope that I'm still alive somewhere. И у нас в груди находится осколок этого меча, похоже. At the appropriate time, I will remove the sword. I'll make sure that Zobek finds you. He knows only that with your help can the acolytes be destroyed and Satan's return foiled. I will be too weak. Zobek will see through the charade easily. The long sleep will fragment your memory. Zobek will only see confusion. I won't remember this conversation. And Zobek will see only dark shadows in my mind. But how can you be sure I'll collaborate with him? Because in exchange for your help, he'll offer you the one thing you really desire. True death. Eternal peace. Zobek is the vampire killer. Yes. You thought your weapon broken, but he has found the fragments and rebuilt it. Only he can grant you eternal rest. You must allow the last acolyte's summoning ritual to bring Satan to this earth. We can trap him here. And we can destroy him. Forever! For that to happen, you must recover all your powers again, in order to confront him at that critical moment. You're asking me to free the world from Satan again. To sacrifice everything for humanity. Again! Yes, I am! Within this last moment, you will hold both Zobek and Satan within your grasp. Почему у них обоих такие длинные ногти? That damn sword into my heart! Before I change my mind!
Son. When will I meet you again? When I put my hand on your shoulder. Father. Вот оно что. Алукард. It's been a long journey. Remember? Remember our pact, Father? His old enemy one last time. Oh, true lord, tell me the exact place in which you desire to be reborn. Torizot Norquas Sahi Otfeko Saga. I understand. Where has he gone? I don't know. That language is unknown to me. That language... it's ancient Enochian. The language of Satan! Miserable traitors! Now receive your just reward for your loyalty! Забрал. May you and your spawn be damned forever! Ну и хрень же ты. Да, конечно. Ай, черт, не успел. Ты прикольный у него коса, согласитесь. Ай. Ты помнишь, такой босс был в Innocent, кто-то там? Даже не помню название. Сам последний босс был тоже такой смертью. Очень похожим оружием, кстати говоря. Что такое за брак? Да отвали, блин!
чисто случайно заблокировал. О, у нас ползательная нога. О, ползательная нога. Зомбяк несчастный. Минус один. Долбать, блин. Как не толкать? Все. Сдулись. Ну давай, забыл. Да блин. А вы главное то, что он постоянно в бок уходит. Молчал бы лучше. Что, еще раз своих дружков может вызвать? Ну да. Тут блин. Приставучий бы. Yeah.
все сдохли случайно, да? Фух, успел. А, и блин, не ушел. Странно перванул в сторону. Воу-воу-воу-воу-воу. На! Ха-ха-ха! Будет классно. Валюем. Забрал тебе, пора уходить в мир иной. Скотина, он пришел все, и опять начинает херню орать. Блин. Точно. Проще простого. Просто превращаемся в туман и проходим. Прощай, забыл.
убийца вампиров. Yes, father. We need to hurry. I'll let you know if I find him. Ну что же, и мы убили Зобрака. Так, кстати, где-то тут рядом видел кубик боли. А, это все что-то... Хрень. Выпить что такое. Вы можете больше яиц, дрон. О, да, это мне так нужно. Ну что же, ребят, и на этой ноте мы с вами будем завершать нашу сегодняшнюю серию. У нас больше никаких кубиков боли нету. Похоже, что нет. Ну что же, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. И, похоже, у нас последняя серия будет конечная. Ну что же, ребят, всем пока. До следующей серии и до следующего врыва.